Оформим тортик. У меня будут шоколадные шары, шоколадный зайчик и цифры. Цифры я креплю на шоколад растопленный. Торт у меня хорошо охлажден. Тортик я еще буду покрывать велюром, поэтому не имеет значения, какой у меня будет шоколад. Большие шары закреплю на шпажке. Для этого я беру шило, немножко его подогреваю и протыкаю, делаю отверстие в шарике. Вставляю шпажку и уже на шоколад креплю. Не знаю, так что так у меня шар точно никуда не убежит от меня. Шары у меня из темного шоколада сделаны. Между собой я их тоже скрепляю. Можно воспользоваться фризером при необходимости, но он у меня закончился, поэтому я буду справляться без него. Здесь у меня по центру будет стоять зайчик, поэтому я оставлю место для него. Так, по поводу велюра. У меня здесь смесь шоколада и какао-масла в пропорции 1:1. Температура сейчас 44 градуса. Я переливаю все в мешок кондитерский. Мне еще успеет подостыть. У меня здесь смесь белого и молочного шоколада, такой оттенок. Ну что, вставляем зайчика. И можно отдавать тортик.